Елизавета Главдель родилась и выросла в агрогородке Ходоровцы. В настоящее время живет и работает в Лиде. Моя малая родина – это деревня Ходоровцы. Небольшой и уютный уголок, где мне всегда очень спокойно и тепло. Сейчас я живу и работаю в городе Лида. И порой, когда приходят трудности, мысли о том месте, где я родилась и выросла, успокаивают и согревают меня. Каждый раз, возвращаясь туда, я возвращаюсь в детство. Становится легче дышать, и меня будто переносит свой маленький, никому недоступный мир. Я очень люблю эти беззаботные и тихие вечера, без суеты, чужих людей и громких машин. Такие моменты располагают к тому, чтобы наслаждаться жизнью и думать о самых сокровенных мечтах. Я считаю, что такое место должно быть у каждого, и не стоит забывать свою малую родину.